Открытие персональной выставки Дарьи Железняковой стало настоящим праздником. Здесь можно было не только полюбоваться уникальными работами юной художницы, но и насладиться выступлениями известных детских, вокальных и танцевальных коллективов города. Поздравить талантливую девочку в этот день собралось огромное количество гостей, среди которых близкие, родственники, друзья, те, кто следит за интенсивным становлением Дарьи как мастера кисти с первых самостоятельных, профессиональных шагов. С самого, можно сказать, рождения, да, лет с полутора, когда ребенок удерживал в руках ручку или карандашик, пожалуй, отсюда и начался старт нашего творчества. Вот. Даша рисовать очень нравится, безумно нравится. Рисунки все такие яркие, живые. Окружающий мир, который ее окружает, она умеет видеть во всем прекрасное. Она безумно любит животных и вот замечает их во всех. Животных, природу. Железнякова Даша ходит ко мне уже третий год. Но она себя проявила очень активным, талантливым человечком, не глядя на то, что ей 7 лет. Очень любит рисовать. И когда приходит, ей главная творческая атмосфера, а дальше все идет само собой. Глядя на работы Дарьи Железняковой, понимаешь, человек даже в самом юном возрасте может глубоко мыслить, рассуждать, видеть в обыденных вещах что-то необычное. На 50 работах художницы, представленных на выставке, 100 фантазий и природа, и сказочные герои, и цветы, и море. Все работы наполнены легкостью, детской непосредственностью и живостью. По словам самой Дарьи, вдохновение к ней приходит в самые неожиданные моменты, поэтому бумага и карандаш всегда под рукой. Это полет ее мысли, исключительно ее фантазия. А бывает так, что за 10 минут рождается работа, которую она приносит, говорит: пап, посмотри, что я нарисовал. Я прихожу, говорю: а сколько ты? Да вот, говорит, только что я сделал. Хотя, казалось бы, и времени не было особо, а вот получилось. Это ребенок маленький, она рисует все, она рисует по-всякому, она рисует в разной технике. Девочка пришла, вместе много беседовали. Вместе много. Наверное, мы нашли между собой понимание. И у нас какая-то вот связь между ей и мной. Работы Дарьи были приняты публикой с большим восторгом. И это неудивительно. Юная художница занимается тем, что ей по душе, и полностью отдается любимому делу. В планах у мастера кисти новые результаты и новые победы на художественном поприще. Это очень значимое событие. Я бы даже сказала, оно... Когда нам поступило предложение провести эту выставку, мы даже, честно сказать, были и не готовы, морально не готовы к тому, чтобы проводить такого рода мероприятия. Мы 2 года, получается, позанимались, и преподаватель наш решила нас выставить, показать наши работы широкому кругу зрителей. София Бережная, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.